В игровой индустрии существует одна очень интересная серия игр. Я бы даже сказал больше, одна из самых популярных серий игр. Многие ее любят, но также многие и ненавидят. Даже если вы являетесь ярым ненавистником данной серии, глупо отрицать ее влияние на игровое сообщество и развитие игр в целом. После себя она породила множество клонов, как хороших, так и плохих. Да, я говорю о серии игр Grand Theft Auto. У каждого свои причины любить или ненавидеть игру, и каждая из сторон по-своему права. Я не поклонник серии и не особо ее люблю, но все же понимаю ее значение. Помимо того, что игра сыграла роль в развитии индустрии, также она стала объектом многих нареканий со стороны властей разных стран. Существует множество доказательств и фактов, что наигравшись в данную игру, люди представляли, что они великие автоугонщики и шли наводить беспорядки в своем городе. Благо, что я не слышал ни об одном подобном случае в Западной Европе или России. В основном подобные случаи происходят на Западе, даже не знаю, с чем это может быть связано. Но давайте не будем о грустном и перейдем к тому, с чего началась долгая игровая эпопея, а конкретнее к компании DMA Design. Сейчас данной компании не существует, из ее пепла родилась Rockstar North. DMA Design была основана в Шотландии одним энтузиастом Дэвидом Джонсом. Сначала Дэвид лишь косвенно интересовался разработкой игр, делал наброски в свободное от работы времени. Он начинал программировать в своей спальне в доме родителей. Тогда он даже не подозревал, что из этого получится одна из самых значимых компаний в индустрии. Там он и начал работу над своим первым проектом под названием Menace. Работа проходила медленно и кропотливо. Так как сам всю работу выполнять он не мог, ему приходилось сотрудничать со сторонними художниками, которые жили в других городах. Сами понимаете, что в ту эпоху интернета еще не было, и приходилось использовать подручные средства. Когда Дэвид увидел первые успехи, он основательно решил, что хочет создавать компьютерные игры. Тогда же он основывает маленькую студию DMA Design. С названием приключилась интересная история. Он позаимствовал его из одной инструкции к компьютеру, ведь как ему показалось, название было довольно звучное. Позже все-таки эти три буквы получили свою расшифровку. Изначально первая игра Дэвида называлась не Menace, а Дракония. Название было изменено из-за того, что издателю не понравились отсылки к другим играм, коих в игре было достаточно, ведь это был домашний проект. После того, как игра была готова, Дэвид пошел в издательство Houston Consultants. Там он приглянулся известнейшему тогда программисту Эндрю Брейбруку, но ему поставили условие, чтобы он переделал игру так, как будто это порт другой игры Synapse для компьютера Amiga. Дэвид вложил всю душу в проект и не мог просто так похоронить свою игру. Хотя предложение было стоящим, он ушел из этой компании, хлопнув дверью. Вскоре в поиске издателя он познакомился с главой издательства Psygnosis. Там его игра тоже приглянулась. Ему выделили личного композитора Дэвида Уитекера, который должен был написать музыку к игре, ведь у Дэвида она была ужасной. Дэвид получил первую прибыль и официально зарегистрировал товарный знак. Офис находился над магазином его отчима, в котором продавались товары для детей. Отчим был скрягой и брал плату со своего пасынка. В компании должны быть люди, и тогда он пошел в ближайший салон игровых автоматов и вынудил друзей помогать ему в разработке. В то время Джонс также посещал лекции по программированию в техническом университете. Но, к сожалению, преподаватели не понимали, зачем растрачивать такую важную технологию, как программирование, на создание игр, и тогда он решил покинуть это заведение. Интересно, что в 1994 году в этом самом университете впервые в мире появились курсы по созданию игр. Возможно, они вдохновлялись успехом Дэвида. Ему тогда же присвоили звание мастера технологий. После успеха Menace ребята из DMA выпустили еще один очень удачный проект – «Кровавые деньги» с невообразимой динамикой и графикой. Компания расширялась, и к ним в студию пришел молодой талантливый программист Майк Дейли. Между одним из работников студии, Скопом Джонстоном и Майком, постоянно возникали споры, решать которые они старались на примере. Один раз они поспорили, сколько нужно пикселей для создания персонажа, которого можно будет рассмотреть. Скоп говорил, что минимум 16 в обе стороны, ведь Марио, например, состоял из 23 пикселей. Майк утверждал, что 8. Как и следовало ожидать, Майк в доказательство создал маленького персонажа высотой 8 пикселей, который шел в неизвестном направлении и постоянно погибал по разным причинам. Но человечек был не один. Они шли в ряд колонной и появлялись до бесконечности. Когда подобное зрелище увидел Рассел Кей, он говорил, что было бы неплохо сделать подобную игру. Смотреть, как умирают человечки, забавно показалось ему.
Позже Дэвид Джонс окончательно утвердил, что идея не имеет аналогов и уникальна. Рассел Кей создал первую версию для демонстрации Psygnosis и дал им название «Лемминги». Почему именно «Лемминги»? А потому что существует поверье, что лемминги любители суициднуться при недостатке пищи, например. Хотя этот миф уже опровергали сотни раз. Psygnosis также увидели потенциал и кинули все силы на развитие этой серии. Для озвучки пригласили мать Джонсона, а для создания музыки его младшего брата. Для создания уровней был использован редактор D-Paint. Каждый сотрудник компании пробовал создать интересный уровень, а глава компании пообещал 10 фунтов за каждый уровень, который в будущем появится в игре. Смысл был прост. Нужно, имея разные приспособления, довести этих человечков-леммингов до финальной точки. В конечном итоге лемминги вышли в 1991 году. Продажи игры били все рекорды. Игра побывала во всех топах, появилась на всех возможных платформах. Вот тогда DMA и совершили свой первый прорыв. DMA дизайны развивались, постоянно приходили новые художники и программисты. Студия быстро разрасталась. Потом несколько лет работники из DMA трудились над новыми частями леммингов, и они им изрядно поднадоели. Дэвид искал новые инновационные концепции и старался воплотить их в жизнь, но Psygnosis капризничали и требовали больше леммингов. Но тут пришли спасители Sony и купили их издателя вместе с правами на леммингов, а DMA пошли лесом. Теперь нужно было делать что-то новое, такое же крутое, как лемминги, и тут они взяли за основу одну из идей молодого программиста Эндрю Ине. Он предложил создать игру с одноколесным мотоциклом и реалистичной физикой. Задумка была неплохой, но всех средств для реализации идей не хватало, я говорю про технические средства. В итоге игра получилась немного глючной из-за сбоев физики. В создание игры Дэвид вложил уйму денег, в частности на покупку Silicon Graphics. Это оборудование стоило 500 000 фунтов стерлингов. Но зато DMA стали одними из самых высокофункциональных студий в мире. Игра страдала также из-за ограничения возможностей SNES, приставки на которой она издавалась. Все ресурсы были потрачены на сам мотоцикл, а все остальное выглядело немного уныло. В итоге игра все-таки получилась. Интересной инновацией игры была цензура. В качестве ника запрещалось вводить бранные слова, и DMA также к бранным словам причислили слова Sega и Sonic, потому что их скоростную игру сравнивали как раз с этим героем. Весь первый тираж игры смели с полок, а позже студия мультипликации Pixar подала в суд на DMA. Им показалось, что образ мотоцикла они украли у них из мультика Red's Dream. Решением суда DMA больше не имели права издавать игру. Потом компанией заинтересовались Nintendo и доверили им один из проектов про Кирби, где управление осуществлялось с помощью мыши. Проект провалился, но Nintendo все-таки договорились о последующем сотрудничестве после выхода консоли Nintendo 64. Позже Майкл Дейли вновь разработал новый графический движок, в котором камера кружилась над головой персонажей. От скорости движения игрока камера меняла масштаб и выглядело все как погоня, снимаемая с вертолета. Вот оно, подумал Дэвид, нужно создать игру про погоню полицейских за бандитами. Явно игрокам это придется по вкусу, ведь это будет выглядеть реалистично. Так и зародилась основа будущей легендарной серии, но об этом мы поговорим уже в следующий раз. С вами был Perpetuum Mobile, комментируйте, оценивайте, подписывайтесь. До новых встреч!